Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я поздно легла. Всю ночь изучала бумаги. Я так рада тебя видеть. Доброе утро. Привет. Придется ждать еще неделю до начала занятий. Зачем тебе столько учиться? Работай в нашем отеле. По-моему, хорошее предложение. Подожди, мы пока не получили разрешения. Да, эту бумажку не так-то просто получить. Ты серьезно? Правда, да? Сначала скажи, что любишь меня. Отдай. Что любишь меня? Люблю, люблю. Вы читали? В тюрьме произошел протест заключенных, и несколько человек были убиты. Ты бродячих собак жалеешь, теперь за заключенных взялась? Ты такой жестокий? Удивительно. А собаки любят меня. Как такое возможно? Нет. 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 Сестра? Эшон. Нет. Эшон, что случилось? Не трогайте меня. Сестра? Эшон, милая. Выйдите оба. Нет. Эшон. Оставьте меня. Выйдите оба. Оставьте меня. Как ты, племянник? Ладно, ладно, ничего не говори. У меня есть для тебя кое-что. Тише, племянник, осторожно. Береги силы. Они понадобятся тебе на свободе. Ты все правильно понял. На этом твоя жизнь в тюрьме закончилась. Ты начинаешь новую жизнь на свободе. В тюрьме много убитых. 17 человек. Ты один из них. Ты понял меня? Твое лицо было обезображено до неузнаваемости, и мы сказали, что ты один из убитых. Они сначала убивают человека, а потом просят прощения. Так и есть, племянник. Но ты не волнуйся. Все будет хорошо. Теперь твое имя... Исмаил. Понял, Исмаил? Ладно, племянник, успокойся. До тех пор, пока не выйдешь отсюда, твое имя... Исмаил Коркмаз. Его убили в тюрьме. Нам пришлось, конечно, потрудиться, немного загримировать его. Теперь ты стал Исмаилом, Омер. Я все уладил. Все в порядке. И с больницей тоже все уладил. Тебя выпишут из больницы, и ты станешь свободным, племянник. Чуть не забыл, это твое имя, пока не выйдешь из больницы. Потом все будет зависеть от тебя. Ты сам решишь, кем станешь. Ты спрашивал меня о значении клейма. Это наш последний урок, племянник. На клейме написано, кто ты. Без сомнения, ты не ты. Рамис действительно все уладил. Через несколько дней я нашел адрес клиники, которую он написал.
Здравствуйте. Как чувствует себя наш пациент? Хорошо. Не волнуйтесь, мы позаботимся о вас. Все будет хорошо. А сейчас, пожалуйста, посмотрите внимательно на свое лицо. Вы видите его в последний раз. Омер, которого ты предала, Ишан, умер 7 лет спустя в тюрьме. Его убило не одиночество, не ножевые раны. Омер сам убил себя, чтобы забыть тебя. Омер умер, чтобы воскреснуть и отомстить. Сейчас мы дадим вам наркоз. Ваши глаза медленно закроются. Я начинаю обратный отсчет. 10, 9, 3, 2, 1. Что скажешь, Ишан? Любовь действительно сильнее смерти. Я прав? Да.